Эта территория долго была закрыта как для прессы, так и для самих жильцов. Обманутые дольщики Саратовгэстроя наконец забрали ключи от подъездов у кризисного управляющего и отправились на осмотр своих недостроенных квартир. А вместе с ними чиновники районной администрации для того, чтобы оценить масштаб проблемы. Дольщикам одного из трех домов, которые начали возводить в 3-м Г микрорайоне, можно сказать, повезло. Их дом готов на 80%. Поэтому потенциального подрядчика для них найти проще. Здесь в некоторых квартирах даже отделаны стены. Но в целом все выглядит так, как будто рабочие, которые производили ремонт, плюнули на это дело и в одно прекрасное утро просто не вышли на работу. Кругом голубиный помет, а также мертвые птицы, которые, залетев в подъезд, не смогли найти путь обратно. Удручающая картина. Осматривая помещение, участники выездного совещания подсчитывали, что нужно сделать и как заманить подрядчиков на недостроенный объект. Ну, ситуация на контроле. Вот сейчас что-то говорить пока еще рано. Необходимо время для того, чтобы специалисты оценили состояние данного дома. Еще раз хочу сказать, эта проблема была бы решена уже давным-давно, если бы, скажем, изначально дольщики пошли по пути создания кооператива. Только сейчас, когда образовали уже кооператив, мы можем, скажем так, решать вопрос с помощью того, что одна сторона юридически уже оформлена. По итогам встречи Управлению капитального строительства и отделу архитектуры дано поручение до конца текущей недели провести инвентаризацию технического состояния объекта, а также составить примерную смету предполагаемых затрат.